Здравствуйте. Узнали? Это знаменитая «На зарядку становись» мелодия, с которой многие из нас, в том числе и я в детстве, встречали свое утро. С вами пианист Даниил Крамер, и мы сегодня поговорим о том, о чем поет эта мелодия. О здоровье. Культура и здоровье. Вот тема нашей сегодняшней передачи. Начнем. У нас в гостях замечательная пианистка, педагог, солист Московской филармонии, член Совета по культуре и искусству при президенте, лауреат премии президента России Екатерина Мечетина. И у нас в гостях генеральный директор Национального научного центра психиатрии и наркологии имени Сербского, заслуженный врач России Зураб Ильич Кикилидзе. Приветствую вас, друзья мои. Можем ли мы сказать, что существует прямая или косвенная зависимость между культурой и физическим здоровьем? Можно через духовное здоровье. Культура – это часть бытия человеческого. И само по себе развитие человека, как биологического существа и сообщества, отражается в самой культуре. И вообще археологически, когда что-то рассматривают, по критериям культуры в значительной мере судят о том, на каком уровне находилось общество в том или ином периоде, в той или иной эпохе. Так что, безусловно, это связанные вещи, не только связанные, это составная часть культуры бытия человеческого. Не могу отделить физическое здоровье от целого здоровья человека, я имею в виду и духовное здоровье, и душевное здоровье. Вы их объединяете. Безусловно, единое существо, поэтому, безусловно, оказывает. Катя, ваше мнение? Нам важно не путать понятие культуры с понятием искусства. Потому что культура – это гораздо шире. А то, о чем говорил Зураб Ильич, культура бывает, между прочим, и физическая. То, что мы называем физкультурой. Культура – это понятие... Как мне кажется, вообще культура в человечестве зародилась для того, чтобы оно могло самосохраниться. Потому что в чем это самосохранение? Это очень важно. Абсолютно во всем. Абсолютно во всем. Вот человек, который лишен культуры, он просто не выживает. Мне кажется, это природа устроила нас именно так. Культура передается от родителей к детям. Культура маленькой ячейки. А если не передается? А если ее нету? Ну, тогда это Маугли. Собственно, природа доказала, что такие дети не жизнеспособны. Начиная с семьи, дальше маленький человек идет в школу, новое сообщество, там детский сад, школа и так далее. Сообщества все увеличиваются и множатся в жизни конкретного человека. В каждом есть своя культура, есть субкультуры. Но не бывает человека социализированного, который был бы полностью лишен культуры. И, конечно, культура призвана природно оказывать самое благотворное воздействие на человека и помогать ему выживать в этом мире. И бывают, безусловно, деструктивные субкультуры. Но культура в целом, культура человечества, деструктивной быть не может. Мы сейчас с вами посмотрим один сюжет. Наш организм живо откликается на вибрационную частоту музыки, потому что тоже является своеобразным музыкальным инструментом. С давних времен замечено исцеляющее влияние классической музыки, к примеру, Моцарта. Медики и ученые, не зная, как объяснить феномен, высказывают предположение о космическом, внеземном происхождении гениальной музыки Моцарта. Когда юный Жерар Депардье, никому неизвестный актер из провинции, приехал в Париж, у него были серьезные проблемы с речью, сильнейшее заикание и не очень хорошая память. Ему повезло попасть к знаменитому отоларингологу, который посоветовал парню в ближайшие месяцы ежедневно по 2 часа в день слушать музыку Моцарта. Жерар полностью и навсегда избавился и от дефектов правого уха, и от заикания, и от проблем с памятью, и стал актером мирового уровня. Но существует и другая музыка, которая, подобно наркотику, дезорганизует организм и выводит его из строя разрушительными вибрациями. Музыку превратили в наркотик, без которого не могут обойтись многие молодые люди. На дискотеках многотысячные толпы входят в своеобразный транс. Происходит зависимость от ритма. Но какого?
Современная рок-музыка и хэви-метал может вводить в состояние деградации, стресса и подавленности. А громкая и диссонансная музыка вызывает усиленный выброс адреналина и заболевания. Древние знали это и соблюдали такие каноны. В Древней Греции, например, за нарушение музыкальных канонов полагалась смертная казнь. Многие ученые считают, что божественная музыка уже создана и существует в пространстве, и ее просто дано услышать великому композитору. Например, Сергей Рахманинов и его знаменитый исцеляющий второй фортепианный концерт. После провала своей первой симфонии композитор был настолько раздавлен критикой и клеветой, что не хотел жить. И его вернул к жизни талантливый врач, который убедил его писать дальше великую музыку. И Сергей Рахманинов сделал это. Он действительно написал великий концерт, и это была битва за жизнь. Концерт он посвятил своему врачу, а музыка несет в себе колоссальнейший заряд победы и торжества жизни и помогает многим людям. С научной точки зрения, чем вы это объясняете? Каково, собственно говоря, физическое, не мистическое пока что влияние музыки на нас с вами? Безусловно, влияет музыка. Она может влиять и отрицательно, может влиять и положительно. И именно в этом и состоит искусство врачевания, когда, вот скажем, есть такое же направление музыкотерапия. Это одна из разновидностей терапии, которая используется в лечении и физических, и, в первую очередь, психических заболеваний. Теперь я хотел бы узнать ваше мнение по поводу того самого Моцарта, исцеляющего эффекта. Я думаю, каждый человек испытывал это на себе. Ну, например, человек, находящийся за рулем, очень хорошо знает, какая музыка приведет его в более бодрое состояние, а какая музыка его расслабит. И в зависимости от необходимости, допустим, если он не хочет заснуть за рулем, он поставит музыку более ритмичную. Скажем, в Швеции беременным дамам включают красивую классическую музыку для того, чтобы они хорошо себя чувствовали и чтобы весь процесс родов проходил у них как можно лучше. И по официальным данным, очень серьезно влияет на снижение детской смертности. Это, наверное, классическая музыка и так далее. Она подходит жителям Швеции. А если, скажем, жительница Бразилии рожает, я не думаю, что ей музыка Моцарта, ей нужна другая музыка. Ей, наверное, нужна самба. Другая. Да, совершенно верно. Хорошо. Телевидение – это проводник клипового мышления. Какое воздействие это оказывает на целую нацию, на целую страну? Ну, не хочется мне, конечно, сейчас о грустном, но я думаю, что это негативное, конечно, воздействие, потому что все самое полезное для организма, на мой субъективный взгляд, поправьте меня, Зураб, лично, мне кажется, что спокойствие, вообще состояние спокойствия, оно регенерирующее. Потому что, да, любому организму приходится испытывать сверхнагрузки, но они длятся непродолжительное количество времени, вот то самое клиповое мышление. Потом требуется период восстановления. Каждый из нас это знает по себе. Да, мы увидели сюжет, где были молодые люди, которым требуется адреналин. Клиповое мышление, ведь если мы посмотрим на содержание множества телепередач, ужаснуть, испугать, сделать так, чтобы люди ахнули от возмущения или еще какой-нибудь другой негативной эмоции, к сожалению, это действует быстрее и, Я бы обратил внимание, что если на словах «быть или не быть» Гамлета пустить рекламу подгузников, то, собственно, вся суть Шекспира пропадает. Данил Борисович, извините, с другой точки зрения можно посмотреть. Если сразу после слов «быть или не быть» пустить рекламу, то, может быть, человек будет ждать. А как же все-таки он ответит на этот вопрос? Можно. Да, конечно, пожалуйста. На самом деле что получается? Вот в клип вводится определенный стандарт, набор слов, музыки и так далее. Ну, и когда реклама, естественно, голос заранее повышается, это уже известный момент. В это время надо добавить туда что-то тревожного, что тревожит человека, приподнять его. А для чего это нужно? Для простой вещи. Повышение тревоги снижает критику. И вот тогда вот все, что мы хотим, чтобы он запомнил бы и делал бы, вот тогда это и вводится.
Это механизм такой существует. Катя, вы не только пианист у нас, но и педагог. Вы все время работаете с детьми. Видите ли вы последствия клипового мышления у детей? К счастью, не могу ответить «да», потому что они имеют дело с великой музыкой. Человек, который играет скерцо Шопена, он обязан мыслить как Шопен. Он просто воспроизводит текст, который был создан человеком другой эпохи. То есть дети, с которыми вы работаете, способны работать час и не уставать при этом? И два. Да. Есть другое, мотивация психологическая. Вот мотивировать – это хорошо. Это помогает и так далее. То есть культуру тоже мотивировать надо. Хочу напомнить вам очень интересную практику советской эпохи. Вспомните массовую песню этого периода. Это же гениальный мотиватор. Она проходит, условно назовем этот жанр, нам песня «Строить и жить помогает». Да, абсолютно верно. И вот традиции эти, будь она советская или не советская, это вопрос другой, но это терять нельзя. Объединенные марш, это никуда не уйдет. Вернемся обязательно. А мы сейчас про массовость поговорим, какая у нас сегодня. Но сначала мы посмотрим сюжет, который мы приготовили. Так что прошу вашего внимания. Дину Константиновну Кирнарскую проректор Музыкальной академии имени Гнесиных называют одним из самых авторитетных специалистов в России в области музыкальной психологии. Для того, чтобы быть здоровым, надо быть здоровым душевно. Не в здоровом теле здоровый дух, не правы римляне, неправильно говорят, а наоборот, от здорового духа рождается здоровое тело. В нашем организме абсолютно все зависит от того, что мы думаем и что мы переживаем. Изменение внутренних наших настроек душевных – это и есть лекарство самое большое. Стереотипы поведения, что накоплены человечеством за долгие столетия своего существования, не исчезают. Они хранятся в генетическом коде и в нужный момент являются нам для подтверждения многовекового жизненного опыта Homo sapiens. Музыка врачует душу. Она воздействует прежде всего на болезни души, на болезни разума и на мозг. Конечно, Альцгеймер, например, очень хорошо лечится музыкой. Когда пели вот эти колыбельные песни, старинные, у них наступало просветление. Они лучше себя чувствовали. Эти провалы в памяти становились меньше. Оздоровление происходит само собой, помимо воли человека, который слушает музыку. Вот посмотрите, пианист там Артур Рубинштейн прожил 90 с чем-то лет. И до последнего дня выступал на сцене. Владимир Горовиц до последнего дня выступал на сцене. Дирижеры, почти все долгожители, он тот же Караян, да, там 90 лет и дирижировал, и был на ногах. Действительно, музыкальное искусство настолько придает сил вообще музыкантам, что классические музыканты, кстати, действительно частенько бывают долгожителями. А вот рок-музыкант, наоборот, потому что образ жизни такой, что уберечься от самоубийства уже счастье. Децибелы, инфразвук, ритм – все это действует по-другому. Давно не была на подобных дискотеках. И как это действует на наше с вами здоровье? Честно говоря, тоже давно не была на подобных дискотеках. И, ну, может быть, музыкальное образование мне как-то мешает воспринимать это так, как большая масса людей, которые любят это. Вы испытывали на себе влияние инфразвука, низких частот? Я помню, что однажды я оказалась тоже в клубе на концерте одной российской рок-группы. И помню, что при всем том, что мне эта музыка нравилась, которую играла эта группа, но громкость была такова, что у меня содрогались внутренние органы. Мне было это очень неприятно. В этом возрасте другие скорости восприятия, другое мышление, им требуется вводить себя в состояние крайностей. Эти состояния, они достигаются специально. Из другого немного. Черчилль писал какой-то свои тезисы, писал и подчеркнул один тезис. Довод неубедителен, следует повысить голос. Это параллель в том, что вот то, что гремят, шумят и так далее, их надо ввести в то состояние, которое потом снова потянет их туда же. И, к сожалению, вот в клубах и так далее, именно там используются наркотики, и именно там как бы узаканивается модус поведения, который, ну, для личности отдельно недопустим.
Именно молодежь тянется? А дело в том, что молодежь, она еще внутренне не установилась. Совершенно верно. Если у вас мнение о том, что может быть защитой от этого воздействия. Не надо ничего делать. А что в этом плохого, что молодые люди пошли на дискотеку? Это все равно пройдет. Если после этого они в состоянии этой агрессии не идут, не убивают бессмысленно, не пьют, вроде не идут и не убивают. А куда девать агрессию? Агрессия – это неплохое качество. Серьезно? Злость – это не запретное качество. Очень хорошо. Значит, все-таки можно придумать, куда ее девать? В спорт, например, в занятия спортом. Когда мы говорим об агрессии, почему-то мы понимаем в части случаев, что это агрессия против кого-то. А в настоящее время вы говорите о внутренней энергии молодого возраста, которую надо направить в определенное русло. Да. Это не означает, что мы их должны задавить, задушить. Нет, но мы ему должны показать, вот есть такие способы, и объяснить ему, куда эту энергию можно вкладывать. Есть и такие способы. Говорить о том, что ты категорически не ходи на дискотеку, нельзя. Конечно, нет. Но надо ему объяснить видение запретный свое. Запретный плод будет втрое слаще. Вот. Но есть и другое. Вот когда, скажем, говорят о наркотиках, это заранее надо, чтобы человек знал, что это настолько губительно, что это не трава, а отрава. Да вроде говорят, и толку нет, мало. А говорят поздно очень. А надо говорить, что когда ему в четвертом классе предлагают, он уже в третьем должен знать, к чему это приводит. Катя, можем ли мы говорить о том, что происходит массовое изменение сознания? Безусловно. Иначе было бы странно предположить, что те люди, которые занимаются масс-культурой, в частности, средствами массовой информации, что они делают это просто так. Это наивно. Тогда какова цель, на ваш взгляд? Ну, цель, во-первых, создать какое-то единое мышление у общества, которое именует себя государством. Конечно. Они даже могут не подозревать, что они будущая управляемая толпа, которую готовят для этого. У нас общество потребителей. Ну вот, знаете, как есть такое крылатое выражение «битва холодильника с телевизором». Так. Ну вот побеждает либо в человеке либо потребление, либо идеологическое потребление. То есть я бы очень выборочно смотрела то, что происходит на телевидении. Когда мы говорим о том, что вот все это используется, управление массами и так далее, я опять же возвращаюсь к фанатикам. Кто такие фанатики? Не в футбольном понимании. Это люди внушаемые. Есть одно. Может ли фанатик не знать, что он фанатик? Разумеется. А может ли фанатик быть не только внушаемым, но если он особо талантлив, еще и внушающим? Нет, внушающий – это параноик, которые борцы за свою идею. Вот, значит, психолог. Да. А фанатик – это борец за идею параноика. И он делает все, что ему говорит параноик. Поэтому они и групповое, они собираются и так далее, и так далее. Вот, скажем, политики и остальные люди, которые несут ответственность, они это все должны знать и понимать, что делать. Но все зависит от того, во благо ли это делать. Беда иногда бывает, что человек, лидер, убежден, что это во благо, а на самом деле это не так. И вот мое мнение, вот когда мы говорим о лидерах в целом, страны и так далее, не приведи Господь лидера-гения. Ух ты. И знаете почему? Ну, гений Цезарь известно, чем окончит. Не гений Август правил страной 30 лет. Хотя и тот, и другой. Цезарь у февраля отнял один день, потому что он в июле родился. Август тоже еще один день отнял. И 31 день августа получается. Я к чему веду? Основная, какие должны быть лидеры? Стабильный, невнушаемый. И, извините за выражение, чтобы его нельзя было сбить с панталыку. Вот кто должен быть лидер. Человек, который все взвешивает и делает это нормально, не шарахаясь. Потому что шарахание в политике особенности – это страшно. Давайте вернемся к культуре. Музыка имеет волновую природу, звук способен в любую нужную сторону менять состояние человека. Мы сейчас с вами посмотрим один сюжет. Я безумно люблю музыку. Хожу на концерты, я утром встаю, включаю радио. Влияет ли знание музыки на
так скажем, профессиональный уровень врача. Такой вопрос, конечно, задают тоже. Конечно, влияет, имеет колоссальное значение. Первый раз об этом говорю, я обращаюсь к музыкальному образу какому-то, когда, так скажем, ну, чувствую себя не очень комфортно. Вот, и это тоже помогает. Поэтому вот этот элемент, то есть музыка, понимаете, в разных вариантах может, скажем, врачу, особенно врачу рисковых специальностей, вот, конечно, помочь. У Шопена есть даже ноктюрн по ритму сердца. Я помню, как-то выступал здесь на съезде сердечно-сосудистых хирургов и даже дал запись этого. Вот. Там, конечно, вот там надо быть врачом, чтобы понимать, что это сердце. Если человек в какой-то степени приобщен к музыке, неважно какой, он может потом там начать, скажем, с простых народных песен или даже с попсы, потом увлечься и другим, если он действительно увлечен музыкой. И для такого человека, конечно, музыка в послеоперационном периоде имеет очень большое значение, потому что человек начинает понимать, что он возвращается к жизни. Популярность музыкотерапии особенно возросла во второй половине прошлого века. В западных вузах появляется специализация – профессиональный врач-музыкотерапевт. Российский Минздрав официально признал музыкотерапию в 2003 году. Знакомьтесь, автор учебника «Музыкальная психотерапия» профессор Валентин Иванович Петрушин. Как мы при помощи музыки можем снимать болезни? Значит, боли в суставах, боли в сердце, головную боль. Прежде всего, музыка вводит тебя в такое состояние глубокого спокойствия, когда в этом глубоком спокойствии, в релаксации, организм начинает лечить себя сам. Конечно, очень помогает не только слушание музыки, но и пение. Очень распространен такой способ, как медитативное произнесение одного и того же звука на одной ноте. Очень этому способствуют протяжные русские народные песни. Мы посмотрели. 60 ударов – это музыка сердца. Шопен – замечательно. Дело в том, что когда мы говорим о звуке, там же есть еще обертоны. Да, конечно. И вот обертоны и определяют в целом, это механические линии. Когда человек в стрессе или что-то, и ему хотят что-то сказать по телефону неприятное, или он ожидает, я им говорю, не держите прямо ухо, чуть-чуть отодвиньте, чтобы обертоны не слышать, вот где и заложена та часть. Катя, что же нам делать? Все, что в нас входит культурно, будь то музыка, будь то визуальное искусство, будь то книги, которые мы читаем, это все нас безвозвратно меняет. Как в хорошую, так и в плохую сторону, в зависимости от того, что мы выбираем, какие книги мы выбираем, какую музыку мы выбираем. Вот об этом, какие телепередачи мы смотрим, об этом нельзя забывать. Потому что стоит об этом забыть, немножко расслабиться, позволить себе какие-то поблажки. Ну, вот сегодня я отдыхаю. И вниз идти всегда легче. Зураб Ильич. Дело, знаете, в чем? Умение не делать резких движений, резко не отметать или резко не принимать, опять в Древней Греции, основное качество человека – это умеренность. Вот если общество это понимает, что оно и должно понимать, тогда общество стабильно, и развитие общества идет эволюционным путем, а они все разрушающим революционным путем. Это касается не только общества, но и сознания каждого человека, который живет в обществе. Мы прощаемся с нашими гостями. Катя, я вас благодарю. Спасибо, спасибо за большое. Да. Зураб Ильич, спасибо. Я получил удовольствие. Спасибо. Мне было очень приятно общаться с вами. Итак, культура, которая способна быть лекарством и способна быть ядом. Но я бы хотел, чтобы мы заканчивали нашу передачу словами Моцарта. А он нам с вами сказал: «Искусство создано для наслаждения». Будем же наслаждаться.